любов над бурі поднятий маяк, ні вірки щирах, ні тумані, любов, звізда, которою моряк определяє місто в океані. Любов не кукла жалка в руках у времени, стирающего розы на пламенных устах и на щеках, и не страшны ей временем розы. А если я не прав, и лжет мой стих, то нет любви, и нет стихов твоих. Эта романтическая история разворачивается в подобном царстве затопленного леса. Здесь свои законы, традиции, праздники и свои тайны. Прекрасная русалочка, например, очень любила прогуливаться в компании амазонских гигантов, величественных арапаев и их неизменных спутников рыб. Во время прогулок ей часто попадались интересные блестящие вещицы. Камушки, колечки, бусы и множество других сокровищ. В общем, все, что люди могли неосторожно обронить около воды. Она аккуратно на каждой из них бережно пряталась среди грабителей. Коллекционирование было первой ее страстью, ну а второй была музыка. Русалочка часто слышала, как люди играют на скрипке. Чарующие звуки манили ее, и она то и дело всплывала на поверхность реки, чтобы ими насладиться. Коллекция украшений и камней была очень надежно спрятана. Но ни одна русалочка не любила собирать морские сокровища. Где-то в глубине, куда почти не проникал свет, в поисках клада плавал молодой водолаз. Он верил, что так глубоко еще никто никогда не забывал, что именно сегодня, именно здесь ему обязательно улыбнется удача. Он тщательно просматривал каждый сантиметр дна. Он заглядывал под самую огромную скалу и даже под самый маленький-маленький камушек. Неожиданно свет его фонаря выловил в непроглядной темноте какое-то движение. Водолаз скорее направился в ту сторону и увидел русалочку. Чтобы ее не спугнуть, он спрятался за большим деревом и начал за ней наблюдать. В этот день русалочке повезло. На берегу ей удалось найти старую, но абсолютно настоящую скрипку. Она бережно взяла в руки свою находку и поплыла к берегу. Играть русалочка на ней не умела, но это было и не важно. Она когда-нибудь обязательно научится этому у людей. Ну а пока... Пока нужно надежно спрятать свою находку. Скрипка заняла почетное место в коллекции, и ничего не подозревающая русалочка вновь отправилась на поиски драгоценности. Водолаз не стал терять времени и устремился к тому месту, куда